Приятно ответить. Дорогие друзья, я предлагаю тост за Марию Биешу, за Ирину Архипову. Но я здесь ни при чем. А вы Молдаванка, вы тоже народная артистка Молдовы. За прекрасных друзей, за прекрасных артистов, певцов, музыкантов. Добро пожаловать, пусть все 5 дней будут у вас теплыми, радостными. Москвичи, мы обеспечим? Обеспечим. Я скажу несколько слов по этому поводу. Обеспечим. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Нурок. 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 Москвичи должны знать, что такое нурок. Нурок – это нурок. Счастье. Пеллофон, значит, вот так. Вечер. Добрый вечер. А я же собралась уходить. Молдавское телевидение. Мы вас любим. Тем более, что вы у нас самый почетный гость, особенно в организации фестиваля. Популярная фестиваля. Мария Беша, знаю. Так что это прекрасно, что дружба порождает минуты прекрасного. И спасибо вам за то, что вы делаете для нашей культуры. И когда мы специально не делаем. Вот мы познакомились на первом конкурсе Чайковского. Вот с тех пор мы дружны и помогаем друг другу. И не только себе, но и всем окружающим певцам, и, честно говоря, и республикам. А главным образом вот людям, которые слышат хорошее пение. Потому что мы это профессионалы и все понимаем. Только слово молдавским телезрителям. Ну что, мою любовь, мой привет горячий. Земля прекрасная, плодородная, люди сердечные, щедрые. И о публике уж говорить нечего, публика настоящая. Сколько раз? 5 лет подряд я бывала, я не говорю о том, что раньше то же самое и много раз. А сейчас последние 5 лет, вот когда Мария проводила свои фестивали, я на каждом была. Ура! Это духовная подпитка, она действительно очень нужна. Я хочу, чтобы мы были очень наши лекарства, хотели заработать, чтобы наши люди были в Америке, когда мы поставили в Израиль, Европу. Спасибо. Я Молдова.